Приветствую всех членов Священного Синода на последнем заседании в нынешнем году. Год был насыщен очень многими событиями. И, конечно, в центре этих событий столетний юбилей интронизации, избрания интронизации Святейшего Патриарха Тихона, юбилей Поместного Собора Русской Православной Церкви, который сыграл очень большую роль в формировании церковного сознания в 20 веке, и влияние собора мы в полной мере чувствуем и сегодня, в нашей современной жизни. И, как уже говорилось ранее, многие решения, которые принимали архиерейские соборы последних лет, они своими корнями уходят как бы в те постановления, в те размышления, которые сформировались во время работы собора 17-18 года. У нас была возможность еще раз вспомнить о мучениках, исповедниках церкви нашей в 20 веке за Христа пострадавших. И собор, который и был созван в связи с этой юбилейной датой, стал самым большим по количеству архиереев, участников за всю тысячелетнюю историю нашей церкви. Это было большое, важное событие. Я благодарю Бога за ту атмосферу братства, единомыслия, которая при всей свободе дискуссии не просто сохранялась, а наполняла таким духовным смыслом и содержанием всю нашу работу. Нам надлежит с вами подвести черту под этим юбилейным годом и принять целый ряд важных решений.